Добровольческая инициатива поддержки участников СВО продолжает набирать обороты. За год движение ЗВ из Ульяновска отправило 55 тонн гуманитарного груза, маскировочных сетей, техники и автозапчастей. Также актуальны предметы первой необходимости и личной гигиены, продукты быстрого приготовления. В связи с этим появились целые направления внутри волонтерской группы. Так, команда маскировочной сети изготовила 6 тысяч квадратных метров скрывающих сетей. В одном только областном центре открыто 12 общественных пунктов по их плетению, и на этом добровольцы не останавливаются. Мы вяжем талисманы, связанные с их позывными, и отправляем. Дополняем различными вкусняшками. Также по запросам отправляем теплые носочки. Вот этот маленький пакетик дает замечательную возможность освежиться, принять какие-то гигиенические процедуры провести, когда пыль, грязь. То есть его, можно сказать, уникальность в том, что, в принципе, нужно всего пару столовых ложек воды, и получается большая пена, которая помогает освежиться. Положительные отзывы и письма с благодарностью солдат не заставляют себя ждать. Начали мы делать сначала борщ, отправили. От парней начали приходить обратная связь, что это так вкусно. Мы как будто дома побывали, как будто у мамы в детстве. Вот. Ну и дальше мы стали расширять уже ассортимент. На сегодня группа насчитывает почти 5000 добровольцев. И все так же открыто для каждого, кому не безразлична судьба своего отечества и защитников. Конечно, движение наше мы очень хотим, чтобы движение наше увеличивалось, и все больше и больше неравнодушных людей становилось рядом с нами. Для каждого мы найдем определенную возможность помочь нашим ребятам.